там у нас? Щеточка, да, и пинцет, то, что нам сейчас и пригодится для занятий. Анна, вы отучились в нашей школе, вам понравилось? Да, все было очень здорово. Хочу сказать большое спасибо преподавателю. Мы сказали все про то, как оформлять брови, как красить. Мне понравилось, узнала много нового. Вы к нам еще придете же, да, учиться? Да, я приду на укладку бровей, планирование и модус. Всего, спасибо, мы ваш. Анастасия, вы закончили же наш курс бровиста? Да. Вам понравилось? Да, понравилось, как преподавалась информация, преподносилась. Понравилось, что я получила ответы на все свои вопросы дополнительные. Так что я довольна, что у нас все бровист. А вы откуда нас узнали? Интернет, сайт. Да, через браузер он выдал вашу школу. Мы вас не огорчили. Нет. То есть то, что на сайте написано, то у нас получается и в жизни. Да, меня привлекло количество положительных отзывов. Оно преобладало. За этим пришла сюда. Вот, оставляйте свой положительный отзыв тоже. Спасибо.